Доброе всем утро или вечер. Какое там у вас время суток? Я уже иду с работы. Видите, у нас опять Калима. Сахарская пыль. Летит она на нас. И вот так. Ой, смотрите, там сидит. Работает, наверное, человек. С компьютером. Принимает витамин D. Так интересно наблюдать за этим. Чарли Бентяки, а и вены коти. Аки. Да, моя рыба. Кто там? Никого там нету. Девчонка одна, русская тоже. Она ко мне ходит. Прически делать. Ну, а мы поехали домой. У него там машина внизу стоит. Сейчас плов разогревать. Знаете, почему лежит вот это?
Я вчера в ТикТоке увидела, что индукционная плита даже на вот этом вот так же греет, и бумаги ничего не бывает. Проверяла. И правда, представляете, ужас. Что творится, до чего дошел прогресс. Так. Свою любимую тарелочку с кошечкой. Представляете, в тему про хейт. Дальше. Я же в ТикТок там видосики снимаю. Ну, я знаете, какие туда снимаю. Вот. Ой, бляха-муха, все время забываю, что кастрюля тяжелая. В общем, в ТикТоке там обычно, знаете, большинство, я заметила, людей, то есть ТикТок продвигает видео, которые живут в Испании. Ну, это в основном русскоговорящие, которые приехали год-два назад. Ну, короче, только приехали. И я вроде бы как из благородной души, думаю, некоторые там, ой, вот сметанки так хочется, кефирчика, там, того-сего. Я думаю, блин, это все в магазинах есть, просто люди не знают, как это называется. Ну, я решила снять видео там из Алькампо, из того-сего, что все есть, дорогие друзья, вот там-то лежит, и представляете, даже на такое видео есть хейт, вы представляете? То есть я людям снимаю, хожу, делаю как бы добро, да, потому что если бы мне кто сказал, когда я сюда приехала, что здесь есть тот же кефир, правда, в те времена его не было, но все-таки кефир там, что есть сметана, что есть творог, я бы только спасибо сказала, да. Нет же, даже представляете, даже на такое видео люди хейтят. Нет бы спасибо сказали. Нет, они вот лезут. А я там сразу не церемонюсь, я сразу их в бан. Мне, как говорится, зачем мне это все нужно? Если в Ютубе там есть люди, ну, русские, они в России там живут или еще где-то большинство, да, вот таких хейтеров, они как бы, ну, мне жалко таких людей, они одиноки, им поспорить, поругаться не с кем. Вы знаете, когда в магазине работала, у меня бабушки были, несколько бабушек, они приходили в магазин, они одинокие были, жили одни, и вот им не с кем пообщаться, кроме телевизора. Вот они ко мне в магазин приходили ради того, чтобы со мной поругаться, да? Хотя бы могли выбрать другую тактику и просто пообщаться. Нет, они, видимо, ну поэтому, наверное, они одинокие были, потому что вот они любили поругаться. И вот приходили со мной чисто из-за того, чтобы поругаться. Вот. Я уже их знала, таких бабушек, и все. Я просто на них не реагировала. И вот мне их очень жалко было, этих бабушек. Видимо, люди в хейты, вот эти вот, которые пишут всякую ерунду, видимо, они тоже из этой вот муки. И вот им тоже. И то, это я к чему? И к тому, что мне жалко таких людей, как бы, пока они там что-то там ковыряются, вот там ты там чавкаешь, вот ты там... Вот там у тебя там то, вот у тебя там все. Это мне как бы, мне по барабану. Я как чавкала, так и буду чавкать. На своем канале. Вот, создавайте свой и делайте, как вы хотите, зачавкая. Ну, когда переходят, например, на моих подписчиков, начинают наезжать, или еще что-то, сразу в бан. Все, то есть, это грань, у меня есть лимит, который переходить никому не разрешу. О, сейчас еще, знаете, что, мясо я вчера замариновала, курицу. Сейчас я отправлю в шайтан-машину. У меня где-то формочка была. Так что и там, в ТикТоке даже спорить, не разговаривать не буду. Я людям добро делаю, а они там мне срать пришли. Не только блокирую, они вообще на мой канал даже там не могут зайти. Там, оказывается, есть такая функция, что если я его блокирую, то он даже и понюхать не может зайти на мой канал. Все, дорогой, ты кто такой? Давай, до свидания. Там даже у меня никаких разговоров нету. Все открыто, чтобы проветривалось, полы помыть. Вы знаете, я вам говорила, что я мою там тут помою, там помою, но я не могу помыть полы в одной комнате, потому что мне все время кажется, что все это потом тащится из других. То есть, если я улетел, если я и мою полы, то во всех комнатах сразу. Вот ведь какие люди, сколько грязи, сколько в них всякой херни. Жили бы, наслаждались бы, смотрели бы видео, благодарили бы людей за то, что им показывают, что им разрешают войти в свою жизнь. Нет же, оставят свою какашку. Ой, смотрите, какая классная форма, прям туда все помещается. И вот насрут
и ждут, когда им что там это отреагирует. Одинокие люди, несчастные. Конечно, мне их жаль, но извините, помогать в их яде я не собираюсь. Есть, знаете, хорошие очень врачи, психологи. Можно к ним обратиться, и они помогут таким людям. Они на это учились. Конечно, за это надо платить. Бесплатно вас никто не будет лечить. Это чай холодный. Так что вот так вот. У меня там в ТикТоке-то всего 100 подписчиков, блин. И там нашелся, или нашлась, безликое создание. Представляете? Но у нас только позитив. Жизнь прекрасна и удивительна. Ну, иногда, конечно, бывает не очень удивительно, не очень прекрасно, но это не важно. Так, поставлю. Ой, мясо проворонено. 10 минут это будет маловато. Так. Двадцать минут, потом посмотрим. Пловик мой разогрелся. Ай, зараза, горячий. А чего же у меня салатик вчера я делала? Как пахнет. Да не, костей себе наложила. Так, у меня еще есть... Я так достала вот такие тосты. Сейчас я намажу салатик из печени трески. Кстати, печень трески очень полезная. В ней много витамин разных. Представляете? Всем приятного аппетита. Смотрите, вот эту вот игрушку. Но это не игрушка. Это мешок такой для пакетов. Туда пакеты складываются, видите? Это игрушка, в общем, а там вот такая вот пришита. Хорошая, кстати, идея. Мне ее дарила подруга. Вот, давным-давно, 100 лет назад. Кстати, вот тут она тоже расстегивается, смотрите. Вот, и у нее она вот так вот вешается на крючок и висит на стене. И вот видите, у меня тут вот это вот сломался. Сейчас надо мне как-то приделать сюда новую штуку и повесить вот так вот там у меня в моем этом, как это назвать-то, ну, местечке. Повесить его надо, потому что, хотя я сейчас особо пакетами не пользуемся, вот, потому что в магазин я своей сумкой хожу, но все равно там всякие из магазинов бывают пакеты, знаете, для мусора там или еще и что. И вот поэтому вот так вот у нас вот происходит послеобеденный перерыв. У кого что, у кого кто занимается, а кто вот обильно уничтожает игрушку свою. Так, жвачки нашел. Que ha pasado? Que ha pasado? A ver. Вот так вот. Зверь какой у меня хищный. Хищный зверь. Так его разорвать. Вот, вот, вот. Вот так вот. Вот. У меня сейчас тут еще муха залетела, было все открыто, но я уже закрыла, потому что ветер такой все равно прохладный, чай пью. И муха залетела. Так вот он за этой мухой, и тудым, и сюдым, и по мне, и через меня, и по голове. Вот теперь муха, видимо, нашла выход. Вот. Теперь он вот с игрушкой решил поиграться. Ну, трай, трай пока, бень. Трай. Ну, керес? Пур керес тан гуапу? Пур керес тан гуапу? Мининю чику. Керес гуаписиму? Си? Ай, ми гуапу. В общем, буду сейчас пришивать. Нет, тут занято. Тут занято. Вон, на папино место. На папино. Ай. Ага, это не твоя игрушка. Кохе хугеты, ай и... Сувай? Сувай? Аки? Аки? Суваки? Венга. Ай, ай. Венга. Мой вен. Видите, какой умный. Вот все понимает, а?
Вот все понимаю. Вчера игрушка у него валялась на кровати там у меня в спальне. И вот он так пришел ко мне, на меня смотрит, смотрит. И я ему такая говорю, ну на кровати иди ищи. Ну, представляете, он пошел на кровати и притащил. Я не знаю, откуда у него такой ум. Ну такой умный собака вообще нет ни у кого. Только у меня. Кстати, вам свою коробочку не показала. Это же, как говорится, вы думаете, в России только такие? Нифига. Эта коробочка мне передалась по наследству от матери мужа. Точнее, когда я там жила в той старой квартире, я вот прихватизировала вот такую коробочку. Она тоже шила. Вот, у нее машинка была, и все, она шила. И от нее, как говорится, у нее очень много было разных штук. Вот, и я прихватизировала много из чего. И вот выбираю, сейчас смотрите, это из-под печенья. Так что вот так, везде все одинаково. Такие же коробочки, такие же все. Сокровища, можно сказать. Вот еще, чтобы мне здесь смогло пригодиться. Что-то ничего не вижу, чтобы такое могло пригодиться. Даже вот у меня крючки есть. А, нет, это не крючок, это замок. Но есть и крючки где-то, но вязать это не мое. Вот что-что, а вязать ни крючком, ни спицами не то, что не могу. У меня не хватает терпения. Меня бабушка учила в детстве, но у меня не хватает терпения вязать. Нет. Мне кажется, что это так долго, так нудно. Так, чем же пришить-то? Куда же пришпандорить? Смотрите, я тут опять ТикТок снимаю. Сырники из испанского творога. Ой, блин, ржать. А то пишет мне, у меня не получается. Ну, если руки не оттуда растут, то, естественно, не получится. А если ручки, как у меня, золотые, все получится. Но это, естественно, на завтра. Вот, у меня как раз творог там подходил уже к своему конечному итогу. Я думаю, надо это, а то там многие пишут, сырники не получится. Ну вот, делаем. Смотрите, какая красота. Завтра с сметаной просто ням-ням-няшечки. Слушайте, получилось нереально вкусное. Видите, крупинки творога? Обожаю, вот когда крупинки там получаются. Слушайте, я даже вам рецепт их сниму. Я его на ходу придумала, представляете, я вообще не любитель сырников, ну и то, что ли, не любитель, я никогда не заморачивалась с ними, вот, и почитала рецепты, ну, как обычно, думаю, как их там правильно делать, а там везде 600 грамм творога, там, ля-ля-ля, тополя, у меня всего 200 грамм, какой 600 грамм, думаю, я его слепила из того, что, и так вкусно, короче, в следующий раз, завтра бегом за творогом в Лидл или там куда пойду. И сниму вам рецепт. Вот попробовала буквально совсем чуть-чуть. Ну, чтобы заснять в ТикТок реакцию. Бля, они вкусные такие, смотрите. Пойду монтировать видео для ТикТока. Ой. Так вот. Вот так вот. Чего ты пришел? Иди целоваться. Иди целоваться. Ой, какой целовака, мадавака. Кстати, вот куда я даму свою прилепила с пакетами. И тут она. Я еще вот такую вот полепила. Ну, как она, полочка, не полочка. Ну, вот эти вот крючки, которые покупала. Это в ванную, но она как-то мне не нравится, когда в ванную. Поэтому я сюда прилепила, положила вот сюда всякие тряпочки. Вот на крючочки с Алиэкспресс прилепила. Их там почти не видно. В общем, так вот у нас там крыша, поэтому дождь особо сюда не заходит. Ой, блин. Манит.
Конечно, манит. Лежит тут меня. Гипнотизирует. Хоть вилку облизать. Но это на завтра. Все, друзья. Я буду с вами прощаться до завтра. Сейчас я их приберу, чтобы они не обветрились. Вот. Всегда на бумажку складываю. А куда вы смотрите меня? Чтобы масло лишнее ушло. Потому что я не люблю, когда... Смотрите, какие. Ой, забыла, надо было ванилин добавить. В следующий раз, когда буду снимать рецепт для вас. Ну, а пока заходите в ТикТок. Рецепт как раз там есть. Вот. Тоже вас там жду. Добро пожаловать. Почему нет, правильно? Ссылочку оставлю внизу. Манит, манит, манит. В пакетик положу. Там сметана тоже лежит. Пакеты какие-то дурацкие. Не могу найти пакеты нормальные. Подруга нашла в китайском в одном. А говорит, они закрылись. Ядрит Мадрид. Вот в пакетик положила. И все. Пойду монтировать. И что не... Ух, блин, палец прищепило. Чё бы мне поужинать? У меня тут есть яйцо вареное. Но как-то я не хочу, наверное, его. Я яблоко, наверное, съем. Да, у меня вот есть еще яблоко. У меня еще два есть. Побольше возьму. Вот. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.